Nicoletto. Να τραβήξει ένα στήλο στον μπαμπά. Έλζα, θέλεις? Τι? Έλζα, θέλεις? Αυτά και τι είναι? Παπουτσάκια. Ε? Δεν ξέρω. Смотрите, как здесь интересно все. Какие-то камни. Какое-то все. Какое-то все египетское или арабское. Всякие висюльки, всякие фонарики, всякие... Чего только тут нету. Кальяны. А здесь, посмотрите, царство носков. Здесь столько носков, что просто хватит на всю жизнь. Выбирай, не хочу. А, тут ковры. Короче, такой турецкий базар. Называется... Ой, какие ушки. Да куда вы их будете носить, интересно? А вот здесь продают всякую разную пахлаву, в общем, всякие халву, пахлаву, луку, как это называется по-нашему, рахат лукум, вот. Вот всякие, в общем, тут видите, шарики надувают для детей. Это, в общем, такие всякие традиционные сладости. Вот, и самые вкусные, это вот такие вот шарики из теста, их лукумадос называются, их жарят в масле, и затем поливают медом, орехами грецкими и так далее. А вот это мы купили всякие желейки, вот это фирмы Фини, они очень-очень вкусные. Так, вот это вот с животными рынок. Ну, уголок, скажем так, с животными, тут попугайчики, черепашки, рыбки, естественно, хомячки, зайцы, вернее, кролики, и есть даже шиншиллы. Николя, это нет, конечно. Это псари. Бози, какая прелесть. Бози, какая прелесть. Купили чехол для телефона, нашли. А то уже телефон немножечко старый. Какие-то подушки тут, я смотрю, неплохие, бамбуковые. Две штуки, 15 евро. Интересно. Это накидки на диваны. Детская одежда. Ой, я как раз купила детям. Ой, сколько сумок. Сумки продают здесь, кстати, черные. Ой. Сумочки, кроссовки. Я не могла не заснять эту девушку с голубыми волосами. Сколько всего?
всяких чашек. Теперь мы идем в Луна-парк. Сейчас, конечно, не темно. Сейчас, если бы солнце зашло и включились все фонарики в Луна-парке, но мы идем сейчас, потому что потом сегодня воскресенье, потом нам надо домой. То есть мы не можем допоздна. А стемнеет еще часа через два, не раньше. Завтра школа, просто надо собираться. Вот флаги продают греческие, как вы видите. Вот. Так, давайте мне руки, сейчас тут дорога, перейдем дорогу. Так, Луна-парк, написано билет по 1 евро. Ой, класс. Если по 1 евро, то это дешево очень. А оттуда заходим, да? Что-то мы запутались, откуда нам надо заходить? Да. Я тоже с вами залезу на колесо обозрения, вы что думали? Это, я смотрю, не работает. Или просто нету никого. Так, давайте, начинаем. Ну, он, конечно, маленький, этот Луна-парк, но что делать? Какой есть? Там еще другой есть. У нас тут в этом году два Луна-парка. Короче, мы сейчас уже... Мама, я на поле взяла! Мама, мама, я на поле взяла! Боишься? Кита, кита лигу. Ахаха, мы тут на самой вершине застряли. Что-то страшновато мне, давно уже не каталась. Мне тоже. И на теле снесли мне катаемся. Посходишь-ка на могилю. Ой, очень маленькая рода, если честно. После нескольких раз можно так привыкнуть. Ну, вот это самая-самая высота. Сколько здесь метров? Да, там и друг, еще один Луна-парк есть. На панаке? Да. Ребята, мы залезли со старшей дочкой на эту лодку. Сначала она посадила сюда, туда, на самый верх. И, конечно же, ощущения были уписывающиеся. Ну, я, конечно, не первый раз уже на этой лодке катаюсь, но все равно давно не каталась, и я просто... Потом мы пересели в серединку, там освободилось место. И все равно страшно. Если я даже этого колеса обозрения испугалась. Короче, мы давно не были в Луна-парке. Короче, ребята, мы идем теперь в другой Луна-парк. Но тут, конечно, по 1 евро, а там не знаю, почем будет. Может, там какие-то другие будут карусели. И потом возьмем вот эти паразосьяка... Ой, по-русски забыла, как сказать. Традиционные сладости, вот эти, которые называются лукума. Вот. И вот здесь, видите, продают кукурузу. Ее пекут. Крестьяна, подожди.
надо перейти через дорогу. Вот эта дорога, которая ведет на Олимпию. Вот эта дорога, это для Семена. Здесь центральный вход. Ой, ой, балерина. Ой, балерина. Вот сейчас начало темнеть, ну как бы вроде бы как огонечки уже видно. Короче, мы купили вот здесь домой вот эти вот вкусные лукумаки, как они называются по-русски, я даже не знаю. Вот одну порцию полили медом, вторую порцию с шоколадом. Короче, дома будем кушать. И пользуясь случаем тем, что я на заправке, смотрите, сколько у нас стоит бензин. 95 евро, 90, ну короче, 2 евро почти. Это уже цены на бензин упали. Заправка Shell. Так, мы идем к машине. Пойдемте. Где машина наша? Вон она стоит. Фу, меня от лодки укачало, если честно. Блин, я помню, как я раньше дома еще, когда жила с парнем, ну, короче, с друзьями, мы залезли на вот эту штуку, которая называется Ranger, ну, которая головой вниз висишь. Такой экстрим жизни своей больше повторять не хочу. Вот такие вкусняшки мы сейчас будем кушать. Да, это твои. Так, вот это вот. Очень-очень вкусно. Это шоколадом политые. А еще я взяла порцию с медом и дала свекру со свекровью. Ну, вообще, традиционный, значит, рецепт, это медом поливают их и посыпают молотым грецким орехом. Вкусняшка. Еще мы взяли на развес вот такие вот штуковины. Это со вкусом кока-колы, это клубника. Ну, и вот эти такие воздушные. Я не помню, сколько там получилось по весу. Короче, за все, ну это мы уже съели, за все я заплатила 13 евро. Ну, вы знаете, это фирма Фини. Очень-очень вкусно. Особенно вот эти вот, я попробовала, сейчас жую, вот эту клубничку. Боже, какая вкуснятина. Очень вкусные. Хотя я вот такие штуки не люблю, я не ем такое. Короче, там рядом с попугаями, ну, с животными был. Были, продавали на развес вот такие вот желейки.